Так, ну і далі, шановні, я скажу ось таку фразу. Зацитую. Загинули всі, хто був на палубі та у рубці. Ось мати матроса із того підбитого українськими ракетами крейсера «Москва» ось так розповіла про першу розмову із тим сином, який уцілів. Та розмову переповідають проект «Схеми» від Радіо Свобода. Я би радив ознайомитися. Ну і що розповів цей син? Що жодна це була не пожежа, та фактично загинули всі, хто був на палубі, у рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, бо удар стався якраз на палубі. І мати задається питанням, а як же ж так? Як же ж її синок опинився як строковик на крейсері, що виконував завдання? І це ось таке велике запитання. І знаєте, в чому справа? Коли журналісти питають у мами, а що він там робив, і як у умовах ось таких він рухався у бік Одеси, ось матір матроса, знаєте, що вона відповіла? Служба її сина була мирною. І на запитання про те, як в умовах мирного часу корабель йшов на бойовий вихід, коли в нього влучили ракети, відбувся такий діалог. От зацініть. Ні, ніякий це не бойовий вихід. Жодного бойового виходу не було. Далі, зрозумійте, вони просто йшли в бік Одеси. Це не бойовий вихід. Операції жодної не планувалося, вони йшли у бік Одеси для висадки морських піхотинців. Для висадки в Одесі. Це не бойова операція для мами. І сам синок про це говорить. Що там в голові, це величезне питання. А декілька із них ми поставимо наступному нашому гості. Це Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїля, військовий аналітик. Ігле, мої вітання. Привітствую. Так, дивіться, про ці бойові втрати потерь нет, но ваш син числиться без вести пропавшим і мої соболезнування. Ось таку переписку я час від часу бачу родичів, батьків загиблих ось цих моряків. Скажіть, ну а в чому та справа, що Росія от не визнає ось ці втрати? От в чому та справа? Вони просто хочуть приховати цей злочин чи як? Чого вони бояться? Вони взагалі в самому початку заявили, що потерь на цьому крейсері нет. То есть потерь нет, и сейчас, когда у нас появляются вот такие свидетельства, которые вы озвучили, более того, уже есть, в соцсетях публикуют моряки погибшие и так далее, то есть уже невозможно это скрывать, они по-прежнему молчат. Иначе как-то будет, ну, озвучено, они не смогут это скрывать бесконечно. Но крейсер его невозможно утаить, это флагман флота, который они признали официально, что он утонул, то есть не на ремонте где-то, не поврежден, а именно утонул. Поэтому, я думаю, рано или поздно придется как-то это озвучить. Но просто я напомню, что самый первый их твит, заявление Минобороны РФ было, что потери вообще нет на крейсере. Все спасены. Ну, там штормові умови, його там якось тягнуть, та, здається, там до Севастополя. Да. Та, і там він підлягає ремонту, і все буде ок. А скажіть загалом, ось ця історія про потері нет, або зменшення загалом ось цих бойових втрат. От як вона впливає на російську армію? Чи тут треба дивитися, як це може вплинути на людей, які мають родичів, так, у Збройних силах Російської Федерації? Ну, мы косвенно можем понимать, что это, да, влияет, так как известно, что те части, которые выведены были из-под Киева, Черниговской вот области и Сум, после того, как их разбили, вот исследователи из, например, CIT, да, Conflict Intelligence Team, они заявляют, что 20% от тех, кто выжили, потому что у них потери были огромные, они расторгивают свои контракты, не хотят возвращаться в Украину, не хотят возвращаться в вот так называемую битву на Донбасс, за Донбасс, куда их перекидывают, и они просто уходят с контракта. Ну, у них же нет войны формально. Их, ну, их так, невозможно так, привлечь так. Как дезертиров. Их невозможно привлечь, да, и они просто уходят. Ну, видимо, они не уходили бы, если бы их не страшали так вот ну, потери, то есть понимание того, что, скорее всего, следующими потерями будут они как раз. Угу. Ігалі, а наскільки це величезна проблема взагалі для російського війська? Это хороший вопрос, на самом деле. И над ним бьются многие аналитики, я знаю, что и в Израиле, и на Западе, то есть размышляют, где тот порог? Где тот порог? Ну, потому что, скажем, для израильской армии это неприемлемо было абсолютно, ну, такое количество потерь, например. Ну, тут речь идет, ну, это астрономические, десятки. Ну, перепрошу, Ігалі, ви зрівняли, вибачте, божий дар з яєчнею, як мені так видається, порівнявши дві армії. Конечно, да. Конечно, но я объясню, почему я это сделал, потому что вот все эти западные аналитики, они же воспитанники этих школ, Вест-Пойнт западной, в смысле США, да, или израильских, у них нет другого опыта,
Они, естественно, будут сравнивать Божий дар, как вы говорите. Вот, потому что у них нет другого опыта. И это страшная ситуация. То есть Россия сжигает фактически вот в этой войне людей тысячами, десятками тысяч потерь. И мы видим, что она не останавливается. Вот сейчас Пентагон сказал, что то, что происходит на Донбассе, это, по сути, прелюдия, прощупывание. И основные наступательные операции только будут. А это говорит о том, что будут еще большие потери. То есть еще большие. И где тот порог, когда Россия готова становиться, действительно неизвестно. Такое рождается ощущение, что они или оторваны от реальности, это вполне возможно. Кремль реально не понимает. То есть Путину там реально говорят, что погибло там 2000, 3000, и он в это верит. Угу. Или они действительно такие вот идейные людоеды. То есть для них вот есть и политическая задача подчинения Украины. А сейчас, как минимум, хоть какие-то победы добиться, то есть добиться победы вот на юге, на востоке Украины. А сколько там людей погибнет, ну, абсолютно их не волнует. Ну, то есть, потому что мы не видим сигналов от самого Кремля, чтобы это как-то на них влияли именно потери в человеческой силе. Ну, дивіться, сигнали певні є, Кремль їх подає, як я розумію, бо з огляду на те, що цей бліскриг не вдався, і з огляду на те, що там багато хто там з інфарктами лягає, когось там беруть під варту, відповідно, хтось втікає, хтось помирає, ну, то певно, там якась робота відбувається. І, як я розумію, нині зачистка ось тих високопосадовців, вона також, ну, тримає, так, ось відповідно, свій хід. Да, это так, но это не из-за потери живой силы, это потери, ну, это неудачи, во-первых, провалы. Если бы у них получилось, как и они планировали, в первую неделю занять Киев, им было абсолютно было плевать, сколько людей погибло. То есть все вот головы, которые там летят, чистки, все вот эти вот шатания башен Кремля, то, что называется, то, что там ФСБ и армия, они бодаются с друг другом, mm-hmm. пытаются обвинить друг друга, разведка там, в том числе российская. Это связано с провалами. Они с количеством потери людей, на провалами военными. Плюс потери техники, потому что, в том числе, кстати, Москва, крейсер, это невосполнимые все потери. Так как они сейчас не могут производить сложное оборудование, у них запасы сложного, там, проводники, чипы и так далее, это на год-два. То есть они понимают, что если эти санкции будут длиться вот год-два и больше, да, они смогут как-то вот, ну, уровень жизни немножко понизиться, элиты не сильно там пострадают, ну, яхты забрали, но как-то без яхт проживут. Но mm-hmm. они понимают, что сама армия будет отброшена в 80-е годы. Невозможно строить ни самолеты современные, ни эти крейсера все, ни подводные лодки, несущие ядерное оружие, ничего такого. Ни дроны, ни ВПЛА не имеют доступ к современным цифровым технологиям. Не имея доступ к вот к всем, даже к, если мы смотрим на какую-нибудь Северную Корею, кстати, у которой санкции меньше, чем у России, она обходит очень многие вот такие эти свои санкции во многом не для того, чтобы поднять уровень жизни, а чтобы как-то где-то выудить, найти военные технологии. Угу. То есть и Иран, кстати, в том числе. Вот мы видим подсанкционные страны. Игорь, дивіться, ви самі згадали про Північну Корею. Я хотів, знаєте, як то кажуть, з язика зірвало. Але чи вдовольниться Путін статусом, подібним до статусу Північної Кореї? Как же ж Великая Россия, там, від Лиссабона до Владивостока, як казав один французький лідер і так далі. Як же ж так? Він, напевно, не буде сидіти та втиху і якось вдовольнятися уявними перемогами? Ну, это же расхоже уже шутка стала, что нет более удачного агента в России, который должен был ее разрушить, вот, кроме как Путин. Сам Путин. Да, сам Путин, или который объединил всех украинцев вместе. То есть в каждом селе, в каждом городе в Украине должны поставить памятник Путину как главному националисту, который объединил всю украинскую нацию вместе. То есть да, это все иррационально, это все очень нелепо, это все просто Россию отбрасывает. Прошлый век, это Россию просто абсолютно блокирует, ну, для какого-то вообще прогресса, развития в мире. И тут действительно трудно найти какое-то рациональное объяснение. Ну, те, кто руководствуется рациональными объяснениями, они и говорили, что на полномасштабную войну Россия не пойдет. Ну, так. Знаете, это такая расхожая история, что кто бы мог подумать, что в 2014-м произойдет вот такие события с Кримом и Донбассом. И тут снова, кто бы мог подумать? Ну, думати треба наперед для того, аби готуватися та і робити певні такі дії. І Гало, і наостанок хотів би повернутися до теми ось цих втрат. А скажіть, будь ласка, а які вони направду? З чого нам виходити? Як нам промацати цю інформацію? Бо є, зокрема, зведення української сторони, це вже наближається до 21 тисячі. Але з огляду на те, що ви мені говорите, якось відчуваю, що, напевно, їх навіть і більше.
Ну, давайте посмотрим, что говорит Пентагон. Пентагон месяц назад, почти, чуть меньше, так, заявил, что потери 30-40 тысяч человек. А месяц назад это как рахувати? Это что, 19 березня или конец березня? 20-го, что-то такое. Ну, месяц буквально назад вот, с нашего дня. То есть за месяц, начиная от 24 лютого до 24 березня, Пентагон 30-40 тысяч. Примерно, да. Да, 30-40 тысяч были потери. Потери, я напомню, это убитые, раненые, плены, дезертиры и так далее. То есть все те, кто выбыли, не могут сражаться дальше. Это огромные, это колоссальные потери. Теперь прошел месяц с той информации. То есть сегодня у нас потери, если мы смотрим на интенсивность боевых действий, а она сейчас нарастает на Донбассе и на юге Украины, ну вот у нас под Николаевом и Харьковом идут бои, вполне я допускаю, мы ждем новой информации от Пентагона, но я допускаю, что 50-60, они идут к этому. То есть если они не остановятся, они потихонечку подберутся в потерях к сотням тысяч человек. Это реальная цифра. То есть я допускаю, что такое будет, если еще месяц-два будут продолжаться боевые действия в такой интенсивности, в которой они идут. Да, и десятирічна прогулянка Афганистаном здасться просто каким-то легким вечерним... Ой, так. Мацеоном. Дякую вам за те, що змогли долучитися до етеру телеканалу Київ. Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку.